Цветочный ковер – так называется новая клумба, на которой сегодня высаживают цветы на Московском шоссе. Теперь горожане увидят на ней однолетники – петунии, колиусы и резинии. Также на завтра планируется посадка цинерарии колиуса желтого. Сегодня также производились посадки на Рязани второй. Там высаживалась петуния трех цветов – это белая, красные и фиолетовые. Кроме этого, специалисты дирекции благоустройства высадили цветы на площади Свободы. Чуть позже здесь будет высажен амарант. Также с сегодняшнего дня началась установка клумбы, которую выбрали на народном голосовании. Это клумба «Цветочный мостик». Она будет расположена на Вишневом саду. В настоящий момент там идет окос территории и установка самого моста. В дальнейшем туда будет привезена земля и высажены цветы. После высадки цветов специалисты дирекции благоустройства города будут ухаживать за клумбами, регулярно проводить полив, прополку и при необходимости обрабатывать растения от вредителей и болезней, чтобы цветы радовали гостей и жителей Рязани. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».